В Уссурийске в центре города реконструируют бульвар. Преображение сквера включает замену брусчатки, установку новых малых архитектурных форм, обустройство детской площадки и озеленение. Дожди чуть подрядчика поджали по срокам. Вот, то есть, поэтому дней на 10 здесь идет отставание. Но я думаю, что они в состоянии это сделать. Как минимум там 10-12 сентября, то есть впереди еще осень, поэтому люди воспользуются этим сквером на Плеханово. Вот, то есть хорошие работы идут, очень нужно. Важно, что здесь рядом будет находиться и такой круглогодичный туалет с удобствами, с умывальниками. Люди, гуляя в этом районе, могут им воспользоваться. Новая общественная территория создается в центре города благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Артем Белов, Диана Иванова. Новости на Восьмом.